Мы находимся в начале улицы Ленина, село Дивноморское. И смотрите, развязка на Геленджик, на Джанхот, Просковеевку. До моря ровно 1 километр. Ну, минут 10 ходьбы по главной улице, через кафешки, магазины. Номеров на сегодня нет. Вот координаты, если вам нужно забронировать. Здесь есть автостояночка, 200 рублей, парковочное место. Там еще за зданием очень много места. А если спуститься на цокольный этаж, то мы попадаем вот в такое помещение, где можно поесть. Ну и, естественно, приготовить. Здесь есть вот такая кухня. До стиралки стирают так громко. То есть есть кое-какая посуда здесь. Микроволновка, печка, чайники, которые можно вскипятить воду, взять в номер. Поднимаемся вверх. Здесь ресепшн, где можно также выпить чай. Мы живем на втором этаже. Хотя сначала жили на первом, седьмом номере. Там есть выход на балкон общий. Самая главная фишка нашего номера, что здесь такой вот большой балкон вот с таким видом. Здесь вечером можно посидеть. Даже здесь свет включается из номера. Но комаров много. Но главное преимущество этого отеля, что здесь сосны. По этим веткам скачут белки, дерутся. Поэтому на столике не советую что-нибудь оставлять, типа еды какой-нибудь. Иначе все не потырят. Ну, так вот, замечательный вид зато. Самое главное, что это все-таки удалено от центра, от шума, гамма. Но иногда вот там вот есть автокемпинг, там вечером, да, музыка играет. Вот. Ну, до 10 часов, в принципе, не напряжно. Комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока.